Пробудись, Кыргызстан, дух Божий с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно и всю вашу семью. Сегодня вторник, 19 марта, и мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Мы сейчас вместе помолимся и попросим, чтобы Бог нас благословил в этот день. Аминь. Давайте обратимся к Нему сейчас. Это момент молитвы. Давайте вместе сейчас поговорим с нашим Господом. Мой Бог и мой Отец, во имя Иисуса Христа, мы сейчас обращаемся к Тебе в этой молитве. Новый день начинается, и прежде всего мы благодарим, мой Бог, Тебя за сегодняшний день, за то, что Ты, мой Господь, даешь нам дыхание жизни, здоровье, за то, что мы смогли встать. Спасибо, Господь, Тебе, мы за все благодарим во имя Иисуса Христа. Мой Господь, мы просим, благослови сегодняшний день. Иди, Господь, впереди каждого из нас и помоги, мой Бог, нам. Мы нуждаемся в Твоем направлении, мы нуждаемся, мой Господь, в мудрости, в силе, которая приходит от Тебя. Помоги, мой Бог, нам. Мы уверены в том, что с Тобою у нас все будет хорошо, что с Твоей помощью у нас все получится. Отдаем, мой Господь, Тебе все вопросы, которые нам нужно решить сегодня. И просим, дай нам мудрость, чтобы мы могли принимать правильные решения, и силу, чтобы мы могли поступать по вере. Поставь, Господь, Твоих ангелов вокруг нас, защити нас, нашу семью, наших друзей, защити нас от аварий, катастрофы, проклятия, от всего негативного. Мы отдаем, Господь, всю нашу жизнь Тебе. И по вере мы провозглашаем, что сегодняшний день для нас, для нашей семьи будет успешным, благословенным во имя Иисуса Христа. Господь, мы соединяем нашу веру и мы молимся за нашу страну. Благослови, мой Господь, Кыргызстан. Исцели нашу землю. Мы молимся, мой Бог, и просим, пусть в нашей стране будет спасение, пробуждение веры. Пусть, мой Господь, у людей появится желание прийти в церковь, обратиться к Тебе. Защити, мой Бог, нашу страну. Мы молимся также за другие страны. Каждый день из разных точек этого мира люди присоединяются к этой молитве. И я молю за них, за их семью. Прошу, чтобы Ты их благословил, чтобы их защитил. Да будет свет там, где этот человек находится. Господь, мы молимся за мир в Израиле. Мы молимся за мир на Ближнем Востоке. Мы молимся за мир между Россией и Украиной. И ходатайствуем сейчас за тех людей, которые находятся в опасных местах. Защити, мой Бог, их семью во имя Иисуса Христа. Дорогие друзья, помолитесь со мною сейчас. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Слава Богу!
Амінь. Я верю, что наша молитва была услышана Господом, и что наша жизнь в Его руках, во имя Господа Иисуса Христа. Вы верите в это? Да будет так. Слава Богу. Я сейчас передам вам слово на сегодняшний день. Давайте вместе прочитаем книгу Бытие, 15 главу, 6 стих, где в Слове Божьем написано вот так. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведности. Дорогие друзья, вера, которая у вас есть, это сила Божья внутри вас. Эта вера действует в союзе с разумом. Вы знаете, что Богу возможно все. Знаете, что написано, что Он с вами. Тогда вы размышляете, если Бог со мною, мне не нужно бояться ситуации, не нужно переживать из-за трудностей. Вы размышляете над тем, что написано в Слове Божьем. И вы не просто повторяете выученные наизусть стихи. Даже попугай, да, умеет повторять. Но, дорогие друзья, это и есть внутри вас, например. Не просто тот стих, Господь, пастырь мой, ни в чем не буду нуждаться, но, возможно, человек говорит это и нуждается во всем. Но если Господь ваш пастырь по-настоящему, и вы знаете, и вы в чем-то нуждаетесь, то вы идете к Богу, и вы говорите: мой Бог, ты мой пастырь. Я не могу нуждаться. Ты обещал мне. И тогда Он почтит ваши дерзновения, потому что дерзновение – это реакция веры. Также может требовать, например, и верни в десятине. Не так ли? Написано в Библии, что Бог изольет благословение до избытка. Тогда, когда верни в десятине смотрит на свою жизнь, он должен видеть открытие небесное отверстие. И благословение до избытка. Так говорит слово. У того, кто верит, есть право требовать исполнения слова Божия. Поймите, мы не требуем, мы не заставляем Бога действовать. Нет, но мы требуем исполнения того, что Он обещал. Раз Он обещал, это должно произойти, потому что Он верен своему слову. И так нам нужно, дорогие друзья, использовать нашу веру. С этой верой принимать решения сегодня, там на работе, везде, где бы вы ни находились сегодня, используйте свою веру в то, что написано, и будьте уверены, что это исполнится в вашей жизни. Это Слово Божье для нас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу в 6 утра по бишкекскому времени, и вы можете присоединяться к нам. Если это слово вам помогло, ставьте лайк, отправьте эту молитву вашим друзьям, напишите в комментариях, откуда вы молитесь нами, с какого города, с какой страны. И в ваш комментарий добавьте, пожалуйста, вот эту фразу. И я верю, что все, что Бог обещал в моей жизни, исполнится. И Его Слово не вернется к Нему тщетным. Аминь. Провозглашайте это, потому что точно и это будет в вашей жизни. Аминь. Дорогие друзья, напоминаю вам, что сегодня в 18:30 у нас онлайн-служение за восстановление здоровья. Если вы хотите участвовать вместе с нами, напишите на этот номер, и мы отправим вам ссылку, чтобы вы могли молиться с нами сегодня. Хорошо? Да благословит вас Бог обильно и всю вашу семью. Дорогие друзья, идем вперед. Хорошего вам дня. С Богом! Где бы ни был я.
Богатый.